Уже с этой субботы, 3 ноября, все службы начинают работу в усиленном режиме. Глава региона поручил обратить дополнительное внимание на вокзалы и аэропорты, усилить наряды полиции казаками районных обществ. На 4 ноября намечены концерты, различные праздничные мероприятия. Поэтому мы должны во всех местах массового скопления людей обеспечить и правопорядок, и безопасность, и антитеррористическую защищенность. Первый заместитель главы курорта Сергей Петров поручил сделать акцент в том числе на профилактике. Сотрудникам, которые принимают участие в организации концертов, сопровождают детские группы, приводят в порядок город, необходимо напомнить, на что стоит обращать внимание. Не только от полиции это зависит, не только там от каких-то других федеральных органов. Во многих случаях это зависит от нас, от того, как мы будем смотреть по сторонам, как мы будем видеть ту или иную ситуацию, потому что в большинстве случаев это все проходит через наши глаза. Мы видим, где что зарождается, мы видим, где что появляется, также, что и касательно школ. Центром народных гуляний в Анапе станет театральная площадь. Там состоится концерт, можно будет отведать национальные блюда, увидеть работы ремесленников, попробовать свои силы на фестивале ГТО. Никита Бойко, Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.